«Папа может все, что угодно» поется в детской песне. Это действительно так, а целая коалиция пап может решить любой вопрос. На встрече Совета отцов Ульяновской области в преддверии профессионального праздника обсудили само мероприятие, ключевые вопросы, проблемы и планы на будущее. И если женщина хранительница традиций, то мужчина – опора семьи. Мужчина – это действие, мужчина – это защита. И роль отца, как примера, как учителя, как защитника, как мудрого наставника, незаменима в семье. Именно поэтому сегодня за этим столом мы в очередной раз собрались с Советом отцов оценить, что уже нами сделано за 9 месяцев этого года, обсудить, что не сделано и что еще предстоит сделать в дальнейшем. О работе Совета отцов Ульяновской области по итогам 9 месяцев 2022 года рассказал председатель объединения. Члены и гости встречи предлагали идеи на будущее, а также делились своим отцовским опытом. Например, красной нитью через всю встречу прошли советы, как понимать и слышать детей, разделять их нужды от капризов, а также, как в любой ситуации, оставаться примером. Ну, у нас разносторонняя работа, это и военно-патриотическое воспитание, социальное, творческое, массотворческое, спортивное обязательно, потому что без этого, ну, как говорится, на своем личном примере занимаемся хоккеем. Более того, создали хоккейный клуб «Отцы», так называемый, в Ульяновской области. У 80% наших детей отцов, которые ходят в клуб, а у них дети занимаются хоккеем. Много мероприятий уже проведено, мы тесно сотрудничаем с парком «Прибрежный», в котором проводят мероприятия. В планах у отцов побить рекорд Гиннесса, сделать самый большой бургер в России и расширять ежегодный фестиваль плова. А пока все ульяновские семьи приглашают 16 октября в парк Прибрежный на праздничное гуляние в честь Дня отца. Развлечения заготовлены для всех возрастов. Для взрослых выставка оружия, для детей мастер-классы, а также вкусный плов и солдатская каша. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.